вы же, наверное, научаете стоите, да? Да, да. Стоите, наблюдать. Как говорится, при приходе акушерки на осмотр обязательно раньше, как при первых, измеряли таз, окружность живота, потом уже определяли, как прилежит этот самый по-настоящему плод. Головка прилежит или чего. Вот всегда обязательно так. Давай посмотрим, что у вас. Ноги, если поставьте обе. Так, обои этими пальцами. Мальчик вроде. По определению, как в форме живота. Мальчик? Да. Вот. По животу полезно. Ну, прилежит головка. Вот я вот так действую, ты чувствуете, как она это, как вроде шевелится. Да. Болтается вроде на чем-то привязанном. Да. А если даже раньше много детей, раньше, вот после военной, много рахитических тазы назывались рахитиков. Сужены. И в это вот при рождении роду неправильно может. Ну, слава богу, я же говорю, работал, у меня таких боль не наблюдалось. Все нормально, вот по-честному, прожила я жизнь, таких у меня боль патологии я не видел. Вы все здорово посмотрели, спасибо вам. Вот так. Все нормально будет. Да, хорошо, спасибо. И родите хорошо. Спасибо.